Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Don't Start to Gazel. Так, быстренько, бежим, 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 бежим. Точно, мне сказали, что я, скорее всего, забыл включить вот здесь вот ледомашину. А также, что здесь ворота можно открывать через пробел. А ну-ка, оп. Да, удобненько, давай закроем тоже сразу. Так, включить давай, оп. Хорошо. Дальше пошли, возьмем удочку. Наверное, надо было сразу удочку брать. Угу. И Честера, как ты видишь, с нами тоже нет. Угу. Так, берем Честера. Также барсука, мне сказали, можно лучше осенью выносить, короче. Лучше осенью. Почему? Сколько у вас здоровья? Нормально. Почему лучше осенью? Потому что зимой он будет... Блин, 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 трясется уже. Давай, 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 ломай. Вот где-нибудь вот здесь вот можешь ломать. Земля рушится подо мной. Да, я вижу. Все. Так, хорошо. Немножко попортил он нам планы. Я собирался взять удочку вторую, да, ну на всякий случай. На... Кто это дышит? Еще и псы сейчас? Ну, не хватало еще и псов сейчас. Конечно, нам нужно срочно взять удочку и пойти к оазису. Только где... Стоп, там был поплавок, соответственно... вот, утренняя приманка, соответственно, где-то должен быть... Должна быть и удочка, только где она? И удочка. Так, ну что-то я не вижу ее. Эбигейл, Эбигейл. О, как вас до хрена тут, подождите. Да блин, пришлось вот так. Давай, мочи их, Эбигейл, быстрее, быстрее, быстрее. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, разноси их. О, давай, огненная Эбигейл, вообще отпад. Так, быстренько отходим. Блин, а так я не могу атаковать, ты в курсе? Во-во-во, мне сказали, она выть будет, вот этот вот пес, и призывать новых гончих. Валим, валим, валим. Блин, теперь здоровья нет. Как так? Не надо, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй, как так? Быстро пепел, точно, нам надо побольше пепла, конечно, собрать. Быстро, именно пепел собирай в первую очередь, пожалуйста. Ага, быстренько, быстренько, потому что его сейчас сдует. Давай, 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 давай. Внизу, 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 внизу. Быстрее. Оп-оп-оп-оп. Кстати, еще сказали, левой кнопкой мыши можно рубить дрова. Так, типа, будет быстрее камни добывать. Короче, всякая добыча будет быстрее через левую кнопку мыши. Так, где же у нас еще одна удочка? Что-то я ее найти не могу. Господи, ты еще пробежать не можешь. Отлично. Так, клыки давай вот сюда закинем. Че, не хватает места, серьезно? Блин, нужен еще один сундук. Как так выходит? А вот и удочка, кстати. Опа-на. Поменяли. Что-то еще нужно нам? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пепел. Давай. Так, нет, ты успокойся, что-то такая злая. Рубинчики давай закинем сюда. А сами пока что поедим и восстановим... Ну, вот вареников можно бахнуть. Потому что нам здоровье надо еще заодно восстановить. И у нас так мало всего остается, да? Монстр мяса, оно в гниль превратится. Ну и ладно. Я не хочу просто так сейчас готовить, напрягаться из ничего. Не хочу. Просто побежали и все, сейчас будем ловить. Точно, селитру. Кстати, я установил мод на вот эти вот... Glory Hole, как она называется? Червоточину. Чтобы разных цветов она была, но она что-то не разная вообще. Тот же самый цвет, почему? Но я установил мод и включил, он серверный. Я включил, а вот сохранил ли включенное? Насчет вот этого вот не уверен. Потому что включить-то я его включил, но, скорее всего, я его не сохранил. Но не суть важная, я думаю. Потом, если что, включу. Часто я не собираюсь червоточинами пользоваться, правильно? Да и, наверное, мод нужен только в начале. Если интересует название, посмотри предыдущие, даже несколько можно, выпусков там расписывали. А, палатка. А, палатку, кстати, мне сказали, там камыши не нужны для палатки. Давай, сооружение. Вот, для палатки нужна паутина, типа, и веревки. Это замечательно. Давай так. И вот так вот. А паутина у нас где? Везде. Давай вот так вот делаем. Оп. Ставим палатку. Оп. И теперь вот здесь паутина была. Оп. Стоп, стоп, стоп. Ну, сюда тоже подойдет. Вот сюда закидываем. И давай-ка спать. Проживем чисто вечер и ночь. Для чего? Чтобы здоровье обязательно восстановилось. Да, мне говорят, что я могу еще делать из меда плюс монстра растительного мяса для рассудок пополняшку. Но сейчас уже не надо. Раньше был период, когда
Все, это просто жопа. У нас не хватало адекватности, но сейчас уже нет. Сейчас уже нормально. Потом, что еще говорили? Да, по-моему, все. Возможно, что-то еще. Эндотермический камень нужен один ледяной, чтобы с песчаным драться. Но пока что нам незачем с ним драться, правильно? Куда нам с ним драться? Пока рано, не. Мы сначала найдем очки, вернемся на базу, здесь сделаем очки, потом их улучшим. Или сразу улучшенные сделаем, не знаю. И после этого уже можно сделать мраморную броню, свежую мясную биту. Две мраморные брони, две деревянные, пускай будет. Мясная бита, и пойдем сражаться. И Эбигейл заодно пока что пополнить все здоровье. Так, 54 это маловато, и ночь еще не кончилась, да? Ну, мне кажется, на всю ночь нам хватит. Блин, ну надо еще какие-то аптечки сделать, вареньки. Мне, кстати, говорят, вместо овощей еще можно грибы использовать вместо морковки. Но грибы тут и так довольно-таки редко попадаются. Как по мне, намного реже, чем морковка. Может, я просто не замечал, может, это в каком-то конкретном лесу надо искать. Каштан. Жареный каштан с ягодами. У нас ягод очень много. Каштан можно в целом сейчас будет добыть. Тоже вообще спокойно можно будет добыть. Так, ледокамень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ночь. Еще не закончилась, у нас голод почти. Но у нас тефтельки все равно срок годности заканчиваются. Надо будет поесть эти тефтельки. Че, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не хватило чуть-чуть. Да, я вижу. Стой, стой, стой. Ну, ты видишь. Да сюда иди, иди сюда, сюда. Эх, Бихел, что ж ты так? Ладно, давай в палатку еще раз спрячемся. Плевать то, что тратится попытки, она в целом не так дорого стоит. Трава, у нас полно ее. Что там еще нужно? Паутина, у нас тоже ее очень много. И веточки, по-моему. Но веточки тут тоже собрать их не составляет вообще никаких проблем. Встаешь, не? Так, хорошо. А, ты за палаткой в этот раз спала. Ну, молодец. Так, давай съедим на всякий случай еще одну тефтельку. Видишь? Стоп. И термокамень поменяем. Вот так вот. Оп. Этот просто замороженный уже. Все, и быстренько, быстренько, быстренько бежим. У нас же удочка в руках. Да, удочка в руках. Селитра есть. Нормально. Просто побежали. Как мне нравится, что она теперь с ней очень быстро с этой палочкой бегает. Вот, кстати, каштан. Его можно будет срубить. Но пока что, ладно, не надо. Да, через мышку. Ладно, давай попробуем через мышку. Не знаю, не знаю, не знаю. Давай так. Я много раз прокликивал, но вроде разницы вообще не чувствую. Так, ладно. Бежим, 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 бежим. Морковка нужна ли нам? Да не нужна. Давай, оп. Оп. А собирает она не быстрее, случайно, с этой тростью? Потому что есть ощущение, что она и собирает даже чуть быстрее. Может, мне просто кажется. Так, ладно, побежали быстренько к оазису. Оазис, благо, у нас очень близко, очень близко. Вот грибочек, вот я тебе говорю, вот иногда попадаются, вон, видел? Вот, червоточина. Другим цветом. Ты что не отмечаешься вообще? Зараза такая. Наверное, не включил. Ну как, включил, но не сохранил то, что я включил. И оно, типа, считается пока что выключенным. Ну ладно, главное, я уже установил этот мод нормально. А как я так до оазиса дойду? Я извиняюсь. А, ну слушай, ну у нас мини-карта есть? Да и здесь в целом-то обзор не сильно-то притесняется наш. То есть мы можем, наверное, босса и так выиграть. Хотя нам как-то отбегать надо будет, правильно? И как мне тут рыбачить? А, подожди, песчаная буря, там где босс? То есть мы вон тут и где-то рядышком прям босс, что ли? Жесть. Так, давай, уточка. Осмотреть. Рыбов 10. Давай. Что ты собираешь это вообще? Суккулент это что? Это, возможно, немного чересчур. Не поняла, как закидывать удочку. Так, а если вот такое взять? Есть разница. А чё я эту не могу использовать, слышишь? Спиннинг. В чем проблема? Так, ладно, держим. Эбигейл, можешь свалить, пожалуйста? Ничего не видно. Так, ну, по-моему, разница... Давай, ты еще... Ты что, издеваешься, что ли? Ты зачем... Ладно, давай все соберем по кругу, чтобы она не задалбливала нас. Все.
Я нажал пробел. Чё, прочность забралась? Нет. Когда дергается персонаж, тогда и надо нажимать пробел, правильно? Я же все правильно. Ну вот ты серьезно? Серьезно, да? У других мест не нашлось? Нужно именно тут стать? Давай, покружись уже. Не понял. Надо много раз, что ли, нажимать пробел, потому что я нажал, держал, ничего. Ну-ка, еще разочек. Ну, свали, пожалуйста. У меня нет слов. Рыбов. Рыбов нам не надо. Убери. И вот это вот убери. Как так вышло-то, а? Ладно, еще разочек. Так, ну левой кнопкой мыши почему-то работает, а пробел нет. А ну-ка еще раз пробуем. Сейчас левую кнопку мыши. Два раза пробел пробовали, или сколько? Три. И не сработало. А левая кнопка мыши пока один раз пробовали, и она сработала. А ну еще раз левая кнопка мыши. Вот, левая кнопка мыши работает. А почему? А пробел не работает. Что это? И что? Пробка. А, рыб 8, но это не 8 рыб. Это сколько мы всего можем в этот раз поймать. То есть нам всего 10, по сути, попыток надо, правильно? Из 10 мы в любом случае выловим. Чертеж, да, это вообще легкотня. Правда, я надеялся, сейчас по красоте будет, с первого раза же выловим, но... Да, вот Эбигейл может все время вот так вот сзади, на задней части летать. Так, что это? Давай в честно в тебя все уберем лишнее. Что тут еще можно сказать лишнее? Ну вот пока что броня и вот это вот все лишнее. А в тебе уже что-то есть. Давай развернем и это... Где? Куда? А, вот оно. Влажные сплавленные шарики. Стоимость 4 золота, стоимость 2 камня. Чего? Чего? Во-первых, почему рыба опять 8? Во-вторых, как она зацепилась? А во что ты зацепилась? О, сгнило что-то. А что сгнило? Что у нас такого было, что могло сгнить? А, мясная бита, скорее всего. Но при этом она все еще тут отображается. Давай, давай, давай. Эбигейл, свали, пожалуйста. Ага. Так, рассматриваем и... Но она на земле почему-то раскрывает. Это у нас что? Пуговицы, класс. Да, пуговицы, то, что надо. Блин, это 7 попыток в день, может быть, всего, да? Ну, в целом тоже на... Полнолуние, надо бы к оборотням, но мы уже не успеем к свиньям-оборотням сбегать. Уже явно не успеем. Ну и ладно. Сейчас еще эндотермический костер можно будет поставить. А то мы как раз нагрелись. То уйди ты. Ну вот куда ты под мышку лезешь, а? Вот как я должен нажимать? Оп. Надо два раза нажимать мышкой, короче. Один раз она хватается за удочку сильнее, и второй раз она уже вытаскивает. Почему спиннинг не подошел? В чем проблема? Урон 4.3. Это мне драться, что ли, им надо? А, ну ночь не страшно вообще. Как говорится, ночь на ладони, нас не догонят. Правильно? Почему надписи исчезают? Из-за Эбигейл или что? Опять. Хватит рыбов. Мне рыбов столько не надо. А, ну еще и в отдельные ячейки кладется. Ой, смотри, и жрать сырой можно. Вообще класс. Ой, мы так, получается, подожди, мы вот так вот можем рыбачить и в речке? Ой, вообще отлично. Так это тоже бесконечный источник мяса. Блин, обидно, что столько мяса пропадает просто зря. Мы сейчас придем, и у нас там куча гнили. Так, деревья что-то бешеные. Опа! О, давай, давай, да, то, что надо. Ладно, давай сделаем вот так вот. Брось. Ладно, нам все равно нужно сытость пополнить. Что, ты даже не съела? А, нам надо сначала разрезать, потом съесть. Ты смотри, какая. Ну, это, я так понимаю, тоже... Ой, что это такое? Ух ты. Влажная красная корона. Круто выглядит. А если не влажная, то больше стоит или что? Ой, подожди, нет. У тебя же удочка есть. А, это светлячки мне мешают. Угу, я понял. Блин, я думал, это как-то очень быстро будет вылавливаться. Это ж оазис, правильно? Прикинь, я все это время не там рыбачил. Это просто мы впустую что-то ловим. Хотя можно будет обменять на золото. Но у нас и так золота очень много.
Так, надо будет посрубать вот такие каштановые деревья, только не возле оазиса, а где-нибудь там дальше. Угу. Давай так. Опять. О, ну хотя бы в одну ячейку убираются, спасибо. И светлячки должны днем, по идее, просто исчезнуть. Бесследно. Жесть. Так, температура поднимается, причем очень быстро. Мне это не нравится, давай быстрее. Рыбач. Сейчас сделаем этот термический костер. Быстрее, уже 50 градусов, нормально. Видимо, до 60 можем спокойно жить. Быстрее, быстрее, быстрее. 50, 56, ну. Вот тормозишь, конечно, нереально. Эндотермический костер создавай. Все, давай дальше рыбачить. Ну куда? Ну что ты тут на берегу поймаешь? Песок? Ладно, пусть рыбачит, ее дело. Мне интересно, почему так долго ловится в прошлый раз. Только что буквально долго очень ловилось, когда до этого мы спокойно, очень много, очень быстро ловили. И вообще ничего. Ну. В целом мы можем еще один сверточек поймать. И, пожалуйста, пускай будет чертеж очков. Как долго, реально? О! О, давай, 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 и... Ну, уйди, не томи. Desert Ghost. Вот это улучшенные очки, что ли? Да! Хорош, хорош. Ты видел? Просто вот так. И все. Давай немножко остынем тут. Ой, мы уже нормально так остыли. И пошли. Ну, песчаный волк... Или кто у тебя там? Песчаный лев, да? А, ты так долго будешь жить, потому что так не сделали. Ну да, так-то быстрее, конечно. Слушай, я песчаная буря, ну не настолько прям. Я думал, полностью белый экран будет, а но нет, ну смотри. Вполне приемлемо, как по мне. Вполне приемлемо. Вполне приемлемо. Вполне приемлемо. Ладно, давай топорик и посрубаем каштаны, чтобы сделать сейчас аптечек. Угу, каштановых аптечек сделаем, мраморную броню и идем следующий день биться уже с львом этим песчаным. И после этого можем спокойно, я думаю, в пещеры спускаться, правильно? Так, каштан у нас собрался, хорошо. У нас, видимо, опять какие-то вещи пропали, потому что, ну смотри, у нас опять появилось свободное место. Откуда оно появляется? Блин, целый стак, да, у нас деревьев. А шишки мы собираем? А, каштаны и есть шишки, то есть мы не можем еще сажать. Блин. Но я не хочу полностью истреблять вот эти вот каштановые деревья. Березы тут почему-то это каштановые деревья. Как, одна веточка лишняя, серьезно? Ай, ну и ладно. В Честере еще много... Ладно, все заполнено, давай так. Ну, две аптечки каштановые нам хватит. Нет, конечно. Но у нас там, если что, еще есть... Давай вот так сделаем. Оп. У нас там, если что, еще есть вареники. Главное сейчас быстренько все сделать. Давай, оп. Оп, говорю, быстренько все сделать, пока не испортилось. Быстрее, пока вареники не испортились. Давай, оп. Оп. Быстренько бежим, 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 бежим. Каштаны нужны именно жареные, да? Это плохо. Потому что нужно будет костер сейчас разводить еще раз. Ну, на ночь тогда разведем, правильно? Единственное, кого ты развести можешь, это каштан. Ту-ту, костер. Запорол шутку. Ладно, ну и шутка была такая себе. Я в шоке. Ладно, ночью все равно разожжем, чтобы остудиться, правильно? Чтобы камень еще зарядить термальный, правильно? Потому что один из них надо будет выбросить льву, чтобы он проснулся вообще. Так, я так понимаю, каштан только с третьего уровня дерева выпадает. Поэтому лучше все подряд не рубить. А рубить определенное, которое надо бы еще, конечно, найти. Ладно, пошли так. Я думаю, 4 каштана хватит пока что. Ящерицы есть, но прошлым летом они не появлялись. Да и сейчас, что бы им появиться, видишь, их тоже нет. Так, давай-ка... Бросим вот, понятно. Да вот сюда вот, сделаем вот так. Плевать вообще. Так, просто чтобы мне в руках не мешалось. Что там? 43%, ладно. Допустим, давай, поверю.
Так, дальше удочку куда могу сюда спрятать? Хорошо, спрятали. Дальше безделушки. Давай отдельно для безделушек сделаем сундучок. Давай так. Ну, делай так. У нас тут еще был, да? Отлично, еще одна доска. И вот сюда пускай всякий хлам уберем. Вот это. Хотя давай все подряд убирать, потом продадим, что не надо. Кстати, честно, в тебе еще было много всякой хрени. Так, давай-ка вот сюда вот. Смотрим подряд, что нам не надо, что нам не надо. Вот это. Вот нам не надо, вот это. Нам пока что не надо. Я знаю, мне писали, что типа помогает это. Но нет. Пока что нам не надо. От жары. Давай так, 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 так. Ладно, рыбов уберем вот сюда вот. Чего? А мы типа рыбу. Ой, да господи, просто съедим тогда. Тоже мне проблема нашла. Не хочешь убирать, съедим и все. Суккулент. Просто плюс одно здоровье. Блин. Ладно, давай просто съедим и все. Хотя это тоже типа хилка, но плюс один, ну куда оно годится? Подожди, убираем тоже вот сюда, вот правильно. Что-то сюда еще можем лишнего убрать. Давай паутину уберем, одноразовые инструменты оставим. Это все нормально, деревянная броня есть, мраморную броню теперь надо. Давай в Честера уберем лишние предметы пока что. Где он вообще? Блин, я уже засыпаю, глаза совсем не видят. Вот ты где. А давай инструменты пока лишние в тебя уберем, правильно? Зачем они нам сейчас? Так, все, броня теперь мраморная нужна. Так, тут нет мрамора, на. Мраморная мана. Тут нет мрамора, на. Тут тоже мраморная мана нет. Тут. А где ты? Да ты чё? Либо я пропускаю. Вот оно. Так, мрамора, мрамора, мрамора. Так, давай-ка броню мраморную сделаем. Понятно, сделаем, конечно. Да иди сюда, спасибо. А мрамор... Да я ж броню выбирал, вы чё? Ладно, сделаем. Раз. Еще раз. Я тебя понял. Я тебя понял, я тебя прекрасно понял. Чтоб сильнее разжечь, ладно, не стоит. Давай вот так вот сделаем. Раз. Два. Ну и три. Да и четыре можно. Хоть и совсем чуть-чуть, но пускай. Иди сюда. Вот тут трава, отлично. Так, мы же уже создали правильно мраморную броню. Давай вот так. Оп, хотя там веревка, скорее всего, у нас еще где-то есть. Вот это забираем вот так. Вот это мы можем все себе перекинуть. Отлично, чтобы рюкзак просто не был вот такой вот заполненный. Давай в те... Так, во-первых, подарочек давай заберем. Мне еще сказали, есть какая-то серверная пауза на букву П. Ну, допустим, есть и есть. Хорошо, когда мы по винтаря можем лазить. Но зачем нам это? В целом, пока что нам не надо. Может, в будущем пригодится. Давай в тебя уберем мраморную броню. Не, нифига. Давай вот так уберем и вот так. Ну, все. Забираем аптечки и срочно бежим. Вот, аптечки это как бы вот это. И также, что еще можно как аптечку считать? Ой, а это мясо тут сгнило. Ладно, как аптечку, наверное, еще можно считать аптечку, правильно? Например, пепел вот у нас. А также яйца, вот они у нас. Давай сделаем так. Только побыстрее делай. Делай, делай, делай. Ладно, полностью забивать аптечками тоже не будем. Правильно, вот тут это то, что потратили и потратили все. Плевать, где еще яйца? Вот так. И вот это обязательно на второй. А, и каштан. Кстати, идеальный момент. А, на таком костре типа нельзя пожарить. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Давай уберем сюда, ну и плевать. Вот этой аптечки, я думаю, нам более чем хватит. Мясная дубинка, блин. Она сейчас закончится. А, мы еще и не сделали очки, как бы. Это броня, нет? Или это одежда? Что там за очки считается? Кстати, навес мне сказали. Это тоже типа палатки, но типа чтобы охлаждаться. Это модные очки. Вот улучшенные очки. Для начала нужны модные очки. Жопа и золото нужно.
Ты побыстрее остужай, слышишь, почему я должен наблюдать, как горит? Как подгорают мои припасы, нормально вообще? Так, быстренько, так, теперь быстренько бежим сюда. Создаем очки. Так, и теперь улучшенные очки надо. Нет, стой! У нас же есть, вот оно, куда ты? Все, пока что ставим вот так. Потом, где мы взяли, чтобы обратно все положить, чтобы место было. Ага, вот здесь вот золото. И свиные жопы где-то вот здесь вот должны быть. А дальше мясная бита нужна быстрее-быстрее. Но это большой кусок мяса нам нужен, правильно? Да ладно, нет большого куска мяса, пошли. Я знаю, где его быстренько добить. Тут из птицы этой огромной выпадает еще большой кусок мяса. Быстрее-быстрее бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Эбигейл, мочи ее. Эбигейл, давай-давай-давай-давай. Все, давай добивай ее. Ладно, давай я тебе помогу. Так, трость, трость все равно бесконечная, правильно? Она не сломается, так что вообще все равно. Блин, как тебя Эбигейл, конечно, помотала уже. Нехило так. Плохо, конечно, плохо. Быстренько собираем. Так, так, так. Ай, куда ты траву положи? Да хорош, что ты такая за машина для убийства? Ладно, мясо плевать, мы сейчас положим быстренько. Но мы до конца дня уже явно не успеем добежать. Так, быстро закидываем. У нас, кстати, есть два камня. Термальных, да нет. Давай так. И где второй камень? Тут, да? Все, ну и побежали вниз. Нет, стоп, 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 мясная бита. Мы можем сейчас сделать? Или чего-то не хватает? Свиной жопы, естественно. Давай создадим. Оп. Хорошо, очки есть. Это все есть. Побежали, побежали, побежали. Блин, как тебе мало здоровья осталось. Тебя сейчас просто разнесут. Плохо. Здоровье у меня... Да ладно, здоровье нормально, а голод мы восстановим с помощью вот вареников. Нормально? Нормально. Не свежие вареники. Сам-то не свежий вареник, это когда? Ладно. Забей. Так, песчаная, песчаная. Мы сейчас добежим до песчаной. Я не хотел просто так надевать. Рассудок плюс 3, серьезно. Только вы побыстрее. И Честера надо будет сейчас за пределами оставить, чтобы его случайно не убили. Честер, давай закинем тебя вот сюда вот. Я пока очки надену. Ага, ну не сильно. Ну не сказать, что прям сильно помогло. Знаешь ли. Так, ну если здесь песчаная буря, значит и этот урод где-то должен быть поблизости, правильно? Там, где сильная песчаная буря, там и он же должен быть, правильно? На оазисе его точно нет. И на оазисе уже падал. Падала песчаная буря. Значит, он должен быть где-то здесь. А где он? Опять земля трясется, серьезно? Значит, он должен быть где-то рядом. А я его что-то не вижу. Земля рушится. Да я вижу, подожди. То, что земля рушится, я вижу. Да что вот это вот я не... Блин, термальный камень сломался, да? Зашибись. Ладно, еще одну кирку сделаем. Плевать, чтобы еще один термальный камень был. Или лучше свой ему отдать. Нам нужен он вообще сейчас? Да вроде как нет. Можно иногда термический костер поставить и все. Но он же в этой должен быть пустыне, правильно? Не там, где перекати поле. Или мы его уже видели, просто я его не опознал. Вообще фиг его знает. Ну и где он? Класс, сейчас бы еще ночь получить. Ну давай эндотермический костер тогда сделаем прямо возле него, когда найдем его. Правильно. Правильно, чтобы слишком долго не бегать. Ну и где он? Ну здесь как будто зона идеальная для него. Ну по идее он должен быть там, где нет ресурсов. Правильно, где нет камней. Опа. Здорово, здорово, здорово. Но сейчас уже ночь будет. Так что я тебя слишком долго искал. Давай-ка возьмем. Не хватает травы, да? Неожиданно. Она, скорее всего, вся у этого. Может, факел? Да. Трава у нас вся у Честера. Ну ладно, ты хотя бы себя пока восстановишь. Давай возьмем так. Это тебе надо будет отдать у нас. Как аптечку давай сделаем вот так вот поближе. Мраморную броню, кстати. Давай вот здесь вот наденем.
Мраморная броня есть, вторая мраморная броня есть, деревянная на всякий случай есть. Я надеюсь, просили мраморной автоматически наденется вторая мраморная, а не деревянная. О, рассудок не падает, если мы рядом с Эбигейл? Ты можешь не бегать туда-сюда, пожалуйста. Да не пищи, еще и так мерзко пищит, когда... Ужас. Траву, ну надо же было все выкинуть. Ну ладно, ничего страшного. Так, и 2 и 3 у нас. Сколько это? Плюс 20 здоровья, это плюс 13. Зато это голод восстановит. Да плевать вообще. Лучше вареники, потому что они скоро уже и закончатся сами. Так, ночь почти прожита. Ду, какой бесячий, просто мерзкий. Вот так. Вот этот вот звук. Ты можешь не улетать, пожалуйста? У нас песчаный лев, вот он. Кстати, как я его так не заметил? А, он довольно-таки далеко. Так, у тебя 500 здоровья почти, это замечательно. Но откуда ты? Ну что ты меня бесишь? Зачем сделали, чтобы она улетала? Если она у нас как фонарик выступает. Зачем ты летишь? Кстати, у нас скоро еще и шлем этот... Авиатор сломается. Это шлем авиатора, я тебе говорю. Это не пустынные очки, это авиатор. Так, ну и что там? Песчаный босс скоро? Нам надо его победить уже. Как мне только с камнем это сделать? Дать. На. Нет! Блин. Не туда нажал. Да куда ты песчаный замок бьешь? Все, хорошо. Попадаем хоть... Ага. А, ты так мало урона наносишь. Но я не вижу. А можно, наверное, даже не отходить просто, да? Просто вот так стоим и лупим. Плевать вообще. Да, можно вообще даже не отходить. У нас урон почти весь поглощается. Да ты чё? Я думаю, по такой же тактике можно будет добить и этого. А, у нас броня мраморная 16. Ой, у нас процент очень быстро заканчивается. Блин, я еще и песчаные замки ломал, да? Давай, чуть-чуть осталось. Ну ничего, с мраморная броня, надеюсь, с этой продержимся. Ай, ну и ладно. Да подожди. Чуть-чуть осталось, давай. Да вообще супер легкий босс. Когда есть такая броня мраморная. Я просто на таран. Давай так, ням, ням. Ням, ням. Давай соберем все, сможем все собрать. О, у нас рюкзак где-то был. Ой, с мраморной броней я настолько медленно бегаю. Офигеть просто. Ладно, давай так, так, так. Мясо отлично. Тоже безделушки я вижу всякие. Так, это что вообще такое? Пустынный камень, нафига. Так, чертеж. Ленивый кто? А, ну это статуя, наверное, опять же. Давай так возьмем. Все, и побежали за Честером, возьмем его. Ну все, теперь можно спокойно спускаться, я думаю, в подземелье, правильно? Больше нам тут на поверхности делать нечего. Только вот где Честер у нас был? Вверху тут, по-моему. Да-да-да. Вижу. Да, и шлем авиатора уже не нужен. Сейчас давай добежим. А то когда пустыня, ага, она бежит, по-моему, дольше. Да, она бежит намного дольше. Здоровье же не собирается, не забирается. А вот температура, ай-яй-яй. Хотя подожди. Мы можем термо... Ага, костер сделать, если что. Бежим, бежим, бежим. Да, все, 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 вижу, вижу, припекает. Да все, 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 я тут. Камень, камень, камень. Честер, РТД. Да не надо, успокойся. Где этот Честер? Мы же взяли его. Скипетр, взяли. Конец-то пришел под конец. Иди сюда. Ой, агрессивные пчелы, алло. Доброе утро, наконец-то. Так, давай-ка вот так вот сделаем термальный камень еще один. Так, 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 лето, камень создать. Надеюсь, каменную, да, кирку использовала, а не золотую. То я тебе... Ударю вообще. Так, хорошо. Все нормально, все нормально. Забираем. Так, так, так.
Да мед забери, главное. Да и в тебя тоже. Так, давай нагреваемся. Ледяной, ледяной, ледяной. Так, 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 так. Чуть-чуть стоим. Это у нас взято. Сейчас надо будет все лишние предметы повыбрасывать, правильно? Вышел из живота сфинкса. Фу, кошмар. Ладно, тогда побежали назад. Ну и все, можно теперь в целом просто в пустыне идти. Ой, в подземелье идти, правильно? На поверхности мы же совсем справились уже. Ну, на этой базовой территории, если никуда не плыть. По идее, да, совсем справились. Если я ничего не забыл. Ну, кроме исключительных каких-то боссов, которые прям надо, ну, поискать. Как, например, зимой Санта-Клаус, вроде, где мешочек надо искать. То есть это реально Санта-Клаус? Ну, то есть даже не этот, не Крампус, прям Санта-Клаус. Так, ледомашина мне же не нужна в подземелье, правильно? Кстати, ящерицы так и не выбежали. Я вообще чуть не уверен, что они будут тут. Так, давай лед. Фу, дрова. Раз, два. На такое дело дров не жалко. Вот, надо было тебя все испортить. Уйди. Отходим. Закрываем, пошли дальше. Нам надо во все ледомашины положить бревен. Давай, 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 давай. Здесь 49 уже процентов осталось. Да и вверху, я уверен, уже не осталось. Но там не загоралось ничего только, потому что нас там не было. Мраморные деревья все еще первого уровня. Хотя, может, уже первого уровня. Давай так. Так, 66 нормально. О! А, возможно, вот, мы как раз таки убивали его, и теперь у нас... А, у тебя... А, подожди, нет, зачем нам тебя включать, если тут пока мраморные... Ладно, может, мы как раз таки для нового оружия и собирали это все. Давай так. Нет, гниль все-таки соберем. Не стоит тут гнили делать. Ничего. Так, гниль тоже собрал, хорошо. Ну и давай вот так вот восстановимся немножко. А дальше термальный камень трогать не будем. По сундукам почти все закончилось. Давай реально освободим место, вот, например, вот этой вот штукой. Это ж нужно вот сюда вот, правильно. Хоп, нафиг оно вообще у нас будет лежать. Все, и там, если что, можем создать эти статуи, но они нам не нужны. А мраморную броню можно пока убрать. Здесь можно вот это вот сюда закинуть. Так, я понял, ночь. Давай ночь в палатке проведем. Ладно, нам надо восстановить рассудок, хотя и совсем чуть-чуть. А ночь довольно-таки длинная будет. И лучше факел сделать и поделать пока дела. Но нет, факелом я боюсь случайно поджечь все. Хотя снежная машина, скорее всего, нам все потушит. Но проверять я это не хочу. Потому что если не потушит, это все, это потери-потери. Не дай бог, у нас мраморная броня еще сгорит. Всю ночь ждать. Ладно, давай подумаем. В подземелье, что нам говорили? Нужно обязательно будет поставить там палатку. Казан, скорее всего, даже два. Клетку нужно, ну, скорее всего, желательно еще и клетку поставить, да? Сундуков парочку штук. Для костров все приготовить. Ледомашина, скорее всего, не нужна будет, правильно? Ладно, пойдем еще и в подземелье все посмотрим. У нас, тем более, есть ускоряющая трость, соответственно, мы можем в ближайшее любое место, например, в подземелье спуститься, и там уже... А у нас как раз-таки тут есть рядышком подземелье, там, где летучие мыши были, помнишь? Идеально. Просто идеально. И холодильничек надо будет под землю тоже поставить. Не. И основные припасы туда, наверное, перенести, да? Все, что нужно. А под землей будет жара и холод? Зимой и летом, например. Надеюсь, что нет. Потому что если будет, это, конечно, такое все. Но там, по идее, всегда должен быть холод. Это ж пещера, как-никак. А жары там быть не должно. Там вентиляция хорошая. Просто дыра в земле. Так, давай, 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 быстрее. Видишь, оно как, из-за того, что... Ну, наверное, из-за того, что в палатке лежим, ускоренно тратится, правильно? Потому что мне писали, что рассудок восстанавливается со здоровьем взамен сытости. Скорее всего, это оно и есть. Ой, блин, какие круги под глазами просто, как у меня. Давай, ням. Ну и все, хотел сказать я, но нет, не все. Ну а что еще надо нам... Мед вот так вот сделаем, хоп, чтобы восстановить немножко. Не восстановил, ладно. Ой, так мало. Плюс 6 сытости.
Ягоды давай, плюс жареные. Нет. Да ты чё делаешь вообще? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай для начала хотя бы вот так вот сделаем. Чтобы хоть немножко остыть. Нужны дрова. В тебя есть дрова? Нет. В тебя нет дров. Замечательно. Сейчас надо будет быстренько вот так вот пробежать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И термокамень тоже убрать. Тебя надо вот так вот, чтобы он остыл пока что. Хотя какая разница? По-моему, термокамень вот так же и будет остывать. У тебя есть еще каменная кирка? Отлично. Делаем еще один термокамень. Камней нет. Серьезно? Камней нет? У меня? Камней нет? Неожиданно. У вас что, через 10 дней уже будут проблемки, да? Твою мать, а что сгорело? А, тут трава сухая, ну и ладно. Давай, так, мясо, мясо, мясо нужно. Ну, отлично, 11 мяса, замечательно. Давай так и вот так. Давай, раз, два. Все равно мясо сейчас пропадет. Давай так и вот так. Да ты издеваешься, что ли? Но веток у меня и так мало. Мне надо дрова пособирать. Да куда ты... Блин. Давай мясо тебе дадим. И вот сюда дадим. Хорошо, собираем еще яиц. Я не знаю, зачем они так... Они ж у меня чисто для вареников, да? Ничего более годного я не смогу с ними, наверное, сделать. То, что сказали бы уже, наверное. Значит так, ладно, быстренько побежали за дровами. Как-то оказалось, что у нас дров-то нет. Да ладно, надеюсь, не тут дрова были, отлично. Видал, сколько у нас дров? Вообще замечательно. Давай закидывай быстренько вот так. Оп, оп. Камни нам уже еще нужны. Давай, падай, температурка, хотя бы совсем чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай лед возьмем. И мясо. Да вот такое вот, наверное, тоже сойдет. А также камни возьмем. Да запарил, иду я. Ой-ой-ой. Как так вышло? И камень возьмем. Камень, камень, камень сделаем. Нет! Стой, Честер, ты где? Вот так вот. Все, а то запарил вообще абсолютно. Уже напрягает. Без камня вообще нереально бегать. Ну, 70 градусов. Кстати, у нас тут камень, скорее всего, должен был... Ага. Заморозится уже. Опа. Все, замечательно. Теперь можем готовить. Давай вот так вот будем готовить. Мясо и 3 льда. Давай. Мясо, 3 льда. Тем более, скоро уже лето закончится. Нет смысла в лед экономить, правильно? Ой, там кроличье это было. Блин, это же кусочек мяса этого, да. Ну ладно, пускай даже похлебка будет. Все равно. Сейчас не до этого. Давай вот так вот. Оп. Раз, два, три. Пускай даже похлебка будет. Сейчас не важно, сейчас не до этого. Давай так, сейчас не до того, чтобы выпендриваться. Ну, такое мясо, конечно, знатное. Жалко тратить. Пускай лучше лежит. Дубинку сделаем. Так. Едим вот так. Все, восстановили сытость полностью. Ты у нас что восстанавливаешь? 20 здоровья и 37 сытости. Ну, это скорее тоже как аптечка очередная. Так. А что нам надо было-то? Что-то еще хотел. А, в сундуки. Сундуки, сундуки. Убрать гниль, чтобы она у нас тут просто не лежала. Авиаторный шлем не нужен нам. Эскиз. Давай вот так вот выбросим тоже сразу. Грозив узел. Понятно, это вот сюда все. Здесь у нас всякие приколюхи лежат. Угу, еще есть? Да, вот так. И чего-чего-чего. Ну, все нормально. Можем еще на золото обменять, но нам золото пока что больше не нужно. Так, вот это надо будет перекинуть. Жало давай закинем. Ладно, куда, по-твоему, жало? Сюда есть место? Нет. Есть, хорошо. И вот это чертеж тоже тут используем, потому что... Опа-опа-опа, лишнее нам не надо. Угу. То просто место занимает, и все, оно по сути не надо. Так, и аптечку давай уберем. Можем холодильник убрать? Блин, не можем, ладно. Давай. Ой, ты зависла опять. Да-да-да, мне не нравится. В последнее время она что-то подвисает как-то. Видал, в какие-то предметы подходит взаимодействовать, и все, и больше ничего не может. А мы можем птичку собрать? Только атаковать, да? Блин, ладно, просто отобрали кусочек семян. Так, ну и все, тогда у нас по вещам уже все нормально, правильно.
По минимуму у нас все есть. Ну и тогда давай в следующий раз пойдем пещеры исследовать. Тогда на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. А также все ссылки в описании. И скоро увидимся.